Всем здравствуйте, друзья! Мы играем в WWE Wrestling 2016 года. Друзья, мы продолжаем проходить нашу карьеру. Друзья, сейчас у меня будет бой. Бой 3. Значит, я, Япошка и еще Финн Балор. Я смотрю по рейтингу, что мне нужно, короче, устроить с Финн Балором какой-нибудь контакт, потому что он чемпион, а мне нужно выбираться из NXT. А чтобы выбраться из NXT, вы знаете, что нужно стать чемпионом NXT. Вот, так, еще нужно посмотреть, что у меня по билкам. Я ничего не могу вкачать, 73. Так, того и того и того и того. По билкам 2 трети открыто. Ну, либо копить СП, либо что-то из этого, ребята, придумывать. Ладно, ладно, ладно. Поехали драться. Я никогда еще, по-моему, не участвовал в таких вот типа 3. Чтоб сразу на одном ринге и втроем. Короче, будет сейчас уничтожение, избиение. Даже не знаю кого, чего. Но этот япошка может просто нам, наверное, двоим... Ну, хотя Финн Балор должен тут всем вообще навалять, если так по сути брать. Поехали! На в лобешник сразу. Сейчас попробую сразу вот так вот поагрессировать. И этого еще вот так вот. Вот так вот. Саб-Зиро, самый крутой. Ё-моё, япошка нападает. Ой, а япошка-то меня еле перекидывает. И перекинул так, что перекинул, походу, прямо судью. Вот так я еще и пошки добавил, а? Будем и пошку бить? Мне нравится. Так, кто победит, кто победит? На суперстарах такое устроили. Эвен Шоу. Не знаю, никогда не видел такого типа втроем. И к чему бы это все... Ой, перехватить-то не удалось. Что-то все на меня все переключились. На! Ты че? Опа! С легкостью. Опачки, как, наверное, больно япошке. Ты чё тут размахалась? Финбалорище. А ну-ка. Не, не перехватил, отлично. И... Ох, приседай. Приседушки с Финбалором. И баба. На! Чё ты тут встала-то? Что ты тут встала, япошинская морда? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Вот так вот у ворот. Отлично. У как. Япошка не хочет проигрывать. Видимо. Ты че? Бык, что ли? Оба. Походу, бык. Опачки. И Саб-Зиро на газоне. Так, а что это вы вдвоем там встали-то, а? О, что это за грязные приемчики от японца? Ой, прям в голову. Ой, сбивает Саб-Зиро. Саб-Зиро, естественно, такой расклад. Не нравится. Попался. Попался японец. И сейчас мы ему бомбочку... Вот так вот покажем. Ой, не перехватило. И, ой, Саб-Зиро досталось, ребята. Досталось Сапчику от Финн Балора. Что он делает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, если сразу... Куда полез? Алло. Ага. Хрен тебе, собачьего. На. Опа! И вот так вот приземляемся на шею ему. Тихо-тихо, японец. Сейчас я... Вот так ему в голову дам. Вот так ему в голову дам. Вот так вот. Давай, японец. Лети. Лети, как бабочка или мотылек. А теперь иди сюда. Вот так вот.
Поднимаем ублюдка. О, Сапчик прям в нос получил. Пошел он. Так, еще есть перехваты? Все, больше нету перехватов. Ой, перехватил мой удар. Этот грязный японец. Все, перехватил. А у меня есть синга. Эй, ребят, угадайте, какой я сингу поставил новый. Сейчас мы с японцем расправимся. Опа! Лети на японца. Опа, какая комбосина получилась. А теперь чок-слэм, бич. Готов финбалор, наверное. Давай. Не, нифига он не готов. Он даже нифига не красный. Ладно. Мы еще сражаемся. Мы еще поборемся с этими грязными ублюдками. Опа. Ой, в голову прям. Ну, блин, в голову прям. Вот так на тебе в голову. О-хо-хо-хо-хо. Попался. Только хотел там что-то делать и сразу... Больше Балору, конечно, достается. Здесь однозначно. Подъем. Оп. Не-не-не-не-не-не-не, не хочу! Ай-яй-яй-яй-яй. А, на ринге происходит какая-то... чертова вонханалия. Ой, как японцу-то достается. Ой, как в голову прилетело. Ну, какого хрена, говорит Саб-Зиро, и перехватывает Балора. Вот это был четкий перехват, по-моему, сейчас. Да, больше всего, по-моему, Балору достается. Опа. Да, Сапчику уже что-то не очень. Балор там что-то пытался изобразить. Камбэк, короче, у парня. Можно повыеживаться, пока здесь там японец надирает задницу Балору. Заловить японца надо, я думаю, да? Ать. Иди сюда. Ты что думал, я так тебе дам победить? Я буду бороться. Как он легко япошку поднимает, выкидывает вообще. О, вот это плохо. Ну ладно, братан, расслабься. О, не. Японец, спаси меня! Ай-яй-яй-яй-яй. Это означает, что силушки... Сапчика начинает заканчиваться. Это, наверное, был финишер. А Балор его перехватил. Ай, здорово. Блин, только в себя пришел. Че? Ты на кого тут батоны крошишь? Опа! И что будет делать? Ой-ой, страшнейший прием. Страшнейший. Синга! На Балоре. Чок-слэм. Ну и ты не охренел ли, а? В желтых труселях. Я тебе говорю, ты не охренел ли? Да ты, блин. На того смотри, не на того. Ой, да что ты, японец все перехватывает. Это что за двойной удар? Отлично, япошка спасет. Япошка спасет. Ты че тут, а? Бык, что ли? Да е-мое, понял, бык. Опа, перехват. Вот это удар. Подожди. Чок-слэм, бич. На земле.
Сейчас бы выносливости только хватило. Только выносливости. Да-да-да-да, вот, смотри, ну что ж за блядское нахер управление. Да на того смотри, идиот. Ой-ой-ой-ой. Ой. Нет. Вылезу. Ой-ой-ой-ой, ребята. Финишер. На Балоре. Воу-воу-воу-воу, бу-бу. Вот это вот финишер, ребят. Вот это вот я понимаю. Опа! Опачки, еще и вот так вот. Черт возьми, перехвата не было. И вот теперь все. Что япошка будет делать-то? Надо как-то подниматься. Ком полез там. Давай, считай сюда, я не могу. Два. Да ладно. А мы что, на выбывание играем? Типа, любой может захватить, что ли? Ой, вот это Вертухан прописал Сапчику. Сапчик вообще еле ползает. Ой, конфуиз сраный, иди сюда. Попался. Опа, его туда. Да отвали от меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, попал. Мимо. Блин, перехват, охереть. Опустите мою ногу. Пожалуйста. Опусти, Марин. А жизни ничего нет, охереть. Это что, финишер, наверное, да? Или что это такое, нет, походу? Не знаю, но как быть, что делать, я даже не представляю. А, рековери. А, я за счет чего-то восстанавливаюсь, ребят. Я вообще в ауте, просто смотрите на ринге, я в ауте. Вот. Встаем. Встаем, я сказал. Раз, два. Нет. Ой. Ой. Ох. Что япошка творит? Что он творит? Ты, Балор. Балора кровь пошла, походу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже лежачих тут добивают. О, какой приемище на япошке. Сапчик, не хочешь встать там, например? Ой. Ура. Только нет ни финишеров, ничего. Да кого? Почему он на того переключается? Объясните мне. А я захвачу, например. Он будет мешать? Нет, конечно, мешать будет. Конечно, Забака будет мешать. Вот это на голову приземлились. Так, а что это он на мне? О, на кого он прыгать-то будет? На меня, походу, да? Не-не-не-не, увернуться! Не увернулись. Ой. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ты как так-то? Я же почти встал. Да ну нафиг. Ну, все его мудохли, мудохли весь ринг. А в итоге этот засранец победил.
Ну как так-то, ну? Все его херачили, херачили. Да, еще с Абзир такие матчи очень сложно даются. Он вообще уже после каких-то ударов еле-еле-еле встает. Что у нас там? NXT, а потом Суперстара. Мне Кевин Оуэнс еще ставит. Замечательно. Молодцы, молодцы. Прям то, что доктор, как говорится, прописал, да? А, у меня же с ним это. У меня же с ним там типа терки какие-то вроде. С этим пухлячком. А потом мы будем по-любому нападать на Финн Балора, так как мы первую позицию занимаем. И нужно будет устраивать борьбу за чемпионство. Ну. Вон, ненормально, так не нравится. Не, чё за отстой? Ща я тебя, засранец, уделаю. Давай! Let's get a fight, motherfucker! О, а чё у меня всё жёлтое, а у неё не жёлтое? Опачки! Полетаем! Ты смотри, а! О-хо-хо-хо! Лови, ублюдок! Ага, он тоже так умеет. Борьба из перехватов, ну давай. Опа! Со мной решил писи помериться. Да пошел ты в жопу, блин. Ай, в коленом это очень неприятно. Очень неприятная ситуация выходит у нас с этим Оуэнсом. Да еще как не вовремя, собака. Я хочу стать чемпионом. А он не чемпион. Ай-яй-яй-яй-яй. Но очень сильный соперник. Ох. Нифига себе. Это что такое вообще? Это походу Синга его. О, вот это приемчик. Ой-ой-ой. Не-не-не, братан. Не так сразу. Не так сразу. Ох. О-о-о-о, бомбочка. Это, походу, финишер был. Не-а, не так сразу, братан. Не так сразу. Охереть, он сразу расквасил, а? Опа. Там вставай, говно. Финишер! Опа! И у-у-у, бубух! Мордасиком его, а? Не, ну он еще красный, конечно, но не знаю. Да куда ты пошел? Да ни хрена, он еще живой. Вот что такое, по-моему, у меня 92, а у меня 70, по-моему, 5 или 4. Что это? What the fuck было? Почему эта линия не шла дальше? Это как... Что? 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 Это что за читы? Алло, а чё у меня линия не шла дальше? What the fuck? Вообще, короче, чуваки, просто... Please welcome my guest tonight. Слышь, чё Let's там? Talk about... It seems like... Tag team, you two, not a simp. Она хочет find through me and him, fine. I'm ready. Я готов устроить сингл тайтл. Me and him, him fine. Ну давай, я готов. You know, you're right about that. Короче, плевать на этого Корбина, я готов дальше идти, короче, становиться чемпионом. Потому что это за херня была нам вообще на ринге, я не понял. Какого фига линия не шла?
Давайте мне этого Балора сюда. Обиделся, да? Обиделся этот Корбин. Да и хер с ним. Хер с ним. Хер бы с ним. Можно было, видимо, устроить матч 2 на 2. Да и насрать. Нормал матч. Мне не нужен с этим парнем нормал матч. Мне нужен тайтл матч с этим парнем. А, видимо, тайтл матч можно устроить только на... как она тут? Pay-per-view тут называется. NXT Arrival, по-моему. Видимо, только там мне могут дать матч с этим ублюдком за титул. Пока этого нету, значит, это обычный, простой матчик. На говно. А он хил или этот фейс, я забыл, вот этот ублюдок. Вот еще не помню, того не помню. Ох, с ноги-то. Нифига он дает, умеет. Слышь. Давай немножко полетаешь. Ни хрена не полетает. Я с ним как-то резко начинаю. Опа. Атака. Не-не-не, у меня ж перехватов нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас буду получать. Не надо, не надо, Балор, я пошутил. О-о-о, вот это приемчики, алло. Ну что ж такое, перехватывать не успеваю, и все. Надо закачаться, прокачаться еще. Опа. Да ё-моё, ну как так-то, ну? Ну почему? Нет, ублюдок. Слишком я с них быстро начал, короче. Очень быстро я с этим ублюдком начал быстро. Потому что он... Ну у него тоже там, по-моему, под 90 характеристики. А с такими ублюдками лучше быстро не начинать. Они вон как валят. Оооо! Эх, как хилу стать чемпионом. По-моему, фейсу проще всего стать чемпионом. Ах ты, в спинку-то. Двумя лапами. Хилу приходится, походу, всегда страдать. На! Говно. Да, нихера. Да, нет. И переход, бомбочка. Разлетался тут говнюк. Не. На. На в голову. На в голову. Еще в голову. Хера-то он такой живучий-то. А вот так с ноги получи. Опа. Вот так получи. Ой, как у него уже голова желтая. Это хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, Балор, Балорчик. Опа. И вот это вот от, уносит вообще хп, по-моему. И чок слэм, давай. Чок слэм, мадафака. Не, ну он встанет, конечно, но выносливости потратит.
Ладно, выровнялось. Главное, так быстро с такими ублюдками, походу, лучше не начинать. На тебе. На тебе, говно. Так. Что он там будет? О, прям туда кидать. Нормально. Вообще понравилось, да? Да ё-моё, перехват, походу. На. На. Вот так вот. Вот так вот. Давай, сдавайся. О-о-о-о! Мимо, 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 мимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, не хочу. Не буду. Вот это ударище. Ага. Ага. Нет, ну, я должен был что-то делать. Нет! What the fuck происходит? What the fuck? Он в какую-то гребаную ниндзю превратился. На! Ну какого черта? Я же прихватил. Нет! Поднимите меня, блин. Где я там? Балор сраный. Я все равно чемпионом стану. Ну давай, вставай, кусок говна. Сколько там судья? Что ты там показываешь? Я еще не сдался, говно. На, дерьмо. Вставай, сейчас будет чок слэм, мазафака. На, надо с ним по-быстрому кончать, а то он меня уделает. Давай, только перехвати, жопа. Только перехвати. Воу-воу-воу, бу-бу. Давай-давай-давай-давай, судья, иди сюда. Да какой рулбрейк, судья, ну не гони, ну. Да какой жопа там рулбрейк, он нормально все лежал. Вот так вот. Давай, судья, давай. Да ну, руки свои привяжи. Оторвите ему руки. А, выносливости нет, надо накопить. Все, все опасно. На! Давай, 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 удерживай его. Раз, два, ну три, давай, ну пожалуйста, ну чё ж ты такой жопошник-то? Ладно. Не. У него два фини, два финишера у него. И сейчас это просто будет атас. Кровушку пустил уже. Сдавайся, а, Балор, я тебе кровь пустил. Что с ним делать, а? Ну что с ним делать-то? Да отвали! Мне кровь пустил, походу. Охереть. Нет, 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 нет. Ну вернись ты!
говно. Нет. Как туда попасть? Ну как туда попасть в такую маленькую писюльку? Жесть. А он фейс, походу, да? Сейчас надо посмотреть, он фейс или хил. Балор. Ну это жесть, почти его уделал, а он так... Ну я быстро слишком с ним, походу, начал. Вот это была большая ошибка. Что у нас там впереди ждет? NXT, Superstar, Arrival. Вон там вот, возможно, мне и дадут матч вместе с ним. Блин, с этим Оуэнсом надо кончать, он меня заколебал, этот пухлячок. Так, у меня 121. Хрена, ничего не прибавляется. Так. Популярность 151, 3700. Поехали на следующий матч. Сейчас опять с этим жердяем, блин, надо с ним побыстрее разобраться. Блин, хилом реально сложнее, короче, вообще сложнее. Я пробовал фейсом, фейсом так вообще, ну, как, не прям легко, но легче. Эй, судью вырубили. Сабло! Поговорим? Да ни хрена. То Балор, то Оуэнс, блин. Ой! Ой! На говно. Навши. Чё он не падает от такого удара? О! Вот это приемчик. Вот это мне нравится. Ой. На. Вставай, пухлячок. Блин, перехват, вот жопа. Да охереть. Прописал щаку. О! Еще и приземлился на меня. Как ты посмела, да меня приземли? О, куда? Куда? Я думал, ты с ринга уходишь. Вот жопа. Жопа с ручками. Что он делает? Батарейку заряжай. Вылезли. Так, надо собраться. Чё? Бык, что ли? Не. DDT, мадафака! Чё, не ожидал? А я так умею. Да нихера, просто взял и перекинул. Есть. Шо вон? Да я фупок тебе хотел сжарить. А, судья, убери его с меня. Где там было? Шо вон, говно. На. О, выносливость ко мне иди. Сейчас мы ему чок-слейм пропишем. Давай, не сопротивляйся, мужик. Не сопротивляйся, главное. Чок-слейм, мадафака. Встаем.
Попробую финишер, чуваки, украсть. Попробую. Только увернись, сволочь. Да собака, он финишер проводит. Ага! Говно. Давай. Ладно, у меня есть синга. Хочешь еще один чок-слэм? У них два. Просто они по-разному выглядят. Атака. На нафиг. Давай. Сдавайся. Давай. Давай, сдавайся по крючок, а. Ты мне чемпионом надо стать, ну. Ну какого хрена? Надо ему проводить финишер, я думаю. Да никто не подстрадает, кроме этого пухлого урода. На. На! Ух, как красиво. Бабах морды. Давай. Раз, два. Да, писька. Жопа, он встает. Что с тобой такого нехорошего сделать? Ну, скажи мне, пуклячок. Выкинул за ринг. Что хера происходит? Все еще задушу тут. Синга, что ли, у меня это у него? На, говно. Ой, кровяк упустил. И еще туда ему. Отлично. На. Вот так еще ему. Ой, хорошо. Эй, ты, это 8. Найн, давай. И 10 давай. Да! Пухлячок, я победил. Я победил, так что мне плевать. Саб-Зиро! Да, это было круто, чуваки. Это было круто. Нехер. Нехер выеживаться на Саб-Зиро. Саб-Зиро любому люлей навешает. Я вам говорю, Саб-Зиро еще должен стать чемпионом NXT. Что вешать люлей там всяким Роком и Джон Сином. Так, суперстары, а потом Arrival. Вот на Arrival... Что мне за матчи такие ставят, а? Ну что мне ставят за матчи? В четверых, в нормаль. Ну, надеюсь, на следующем мне пепервью-то поставят за чемпионский титул, а? Надеюсь. Надеюсь, чуваки, что Зайн, бывший мой напарник, и еще вот этот вот хрен, с которым, блин, надеюсь, что мне поставят битву за чемпионство в следующем пепервью. Где я? Вон я. Эй, чемпион, слышь? Поговорим. А? Чемпион? Да. Бомбовозка! Бу-бу! О, отлично, они за ринг ушли. Нам больше места будет. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой. Опа. О, двумя ногами прямо. Туловище. Ай-яй-яй, да отстань ты от меня. Да встать, говно. Шел нафиг. Шел нафиг. Дах, туда. Бах. Бах. А еще и прыгнуть на него могу. Прыгнул, блин. Лучше бы не прыгал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, привет. Да что такое? На. Охереть. Оу. Еще и чтоб там не зажали. Да, как тут победить? Конечно, победить будет очень сложно, ребят. Очень сложно. На. Ты что думал, Балор? Со мной будет тут... Я с тобой тут шуточки играть буду. Что с тобой, Балор? Что с тобой, Балор? Ой. Какое приемище. На, говно. Залом шеи. Залом шеи. Мне плевать, если те двое выиграют. Мне главное избить этого Балора. Сволочь. Отдай титул. Будь человеком. Какого хрена? Оооо, какое приемище. Пошел нафиг от меня. Ясно. Перехватов нет, ребят. Оооо. Он заколебал этот прием на мне делать. Я какой-то другой. Да, Саб-Зиро больше всех тут отхватывает. Больше всех. Вот этим хоть биту. Вот лучше бы Барон Корбин победил. Мы с ним когда-то в тег-тиме были. Все-таки... И в этом матче было бы прикольно, если бы он победил. О-о-о. Это там JBL сидит, что ли? Синга, чок слэм хочу. Чок слэм, мадафака. Так. Опа. А у вас еще вдвоем. А, туса. Сэмми, 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 алло. Алло, гараж, что я тебя бить не могу. Скажи, Сэмми улетел. Не сказал, не скоро вернется. Вот так вот. Давай. Хочешь его побить? Побей. Давай, Сэмми. Ну ты козел. Я тебе сказал побить, а не задержать. За это получи. Вот так вот. Корбин, мы с тобой сражаться будем, нет? Будем, будем, походу. Блин, он меня взял и выкинул. Мы же когда-то с тобой были
Мы с тобой были друзьями, сука. Мотафака, нифига он гигант. Корбин, это неправильно. Сука. О, вот это Корбин меня мочит. Нихера у него приемы. Мощно. Однако. Корбин. Пошел в жопу. Балор, ты... Понятно. О-о-о-о-о. Это был нокаут, ребят. Это был нокаут, с которого я сейчас буду возвращаться. Мне камбэкнуться нокаут. Корбин, ты охренел? Ты мне скажи, ты... Ох ты, Балор, Балор. Сейчас спас, спас. Я бы не стал. Я бы не стал. Балор. Ну ты жопошник. На. На. Финишер нам Сэмми Зейна. Бо-бо. Теперь все равны на ринге. Все равны, сука. Скребал мне выкидывает. Ну, у Корбина, короче, какие-то свои там эти самые терки, походу. Вызовите доктора. Там человек за рингом. Так, валет меня... Гигантская хрень. Бам. Кошмар какой, какой происходит. Садами, отстань от меня. А так. Кто ж победит здесь, а? В этой... Ужасный вин-канале. Давай, раз, два. Да ё, я подойти не мог к нему, Корбин, ну что ж ты пристал ко мне? Ой, 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 ой. Бабо. Ладно, Корбин. Попробуем. Тихо, тихо. Здоровяк. На тебе чок-слэм, наверное, не пройдет. О-о. О-о. Бум. Судья, не считай. Нет. Сэм Дизайн спасает ситуацию. На. Ох, ты прыгнул. Прыгнул, засранец. Прыгнул, что все мне испоганил. Ох ты, вот это прием. Что-то... Что-то, ребят, опять в нокаут. Опять в нокаут отправили. О, вернули из нокаута. Да, Саб-Зиро в полном ауте. Вот так вот. Чокслейм, мадафака! Давай, 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 пока никого нет. Раз, два, три. Да, детка, бич.
Победа. Ну, после этого давайте мне следующий матч за на Ривл. За титул чемпиона NXT. Я готов. Я готов. Охереть матч. Просто охереть. Меня несколько раз просто в нокаут отправляли. Так. Если они мне сейчас не поставят матч за титул, я очень сильно обыжусь. Давай, 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 давай. На матч. Матч, матч. Норм. Ну как, блядь. А, у меня из-за этого, блядь, вот этого урода. Кевин Оуэнс, ах ты жопа, нахер на тебя напал, нахер ты мне сдался. Так вот. Эх, у нас походу сейчас будет развязка. Это ждать следующего Аривала. Да, сегодня будет финальный матч с ним. Я или он. Блин, если бы не это, мне бы поставили матч. Ну, в общем, это последний матч, я так понимаю, в Ривал. А потом мне надо нападать на Корбина. Или как его там зовут? Не на Корбина, а как его зовут? В общем, вы поняли. О, вот это начало! Ай-яй-яй-яй-яй. Балора, во. Во как его зовут. Задолбал. Нихера. Ну, пошел нафиг. Ага, понятно. Ага, вот это начало. Опять быстро с ним начал. И опять я получаю. Бешеный. Вот так вот. Да, то, что я наношу ему, и то, что он мне наносит, это, конечно, разные вещи. Повернись, сука. Вот так. Бежать, говно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы только посмотрите. Ага. Вот так вот, полетай, пухлячок. Да как ты тут? Вот так вот. Кто здесь победитель? Вот так вот. Хорошо идет сейчас. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Вставай. На. Ух. Воды. Ага, фигушки. Ага, фигушки. Вот и фигушки. Эти фигушки. О. О, 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 о. Нихера себе. Давай, давай, допрыгай сейчас. На. На.
А как насчет Чекслэм? Нет! Ну так нельзя, блин, но он. Я это так копил, так копил. Ох. Ох. Чем он там приземлился-то? Жопы, что ли? Оуэнс, так нельзя, чувак. Так нельзя. Ты понимаешь это? На. 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 Так, вот сейчас мой человек стоим, не перехватывай, понял? А мне и выносливости нет. Хороший, вот здесь вот человек стоим, если проведу, да, будет просто бомба. Просто бомба. О, хорош так. Головой ему полезно будет. Вот так вот. И еще в кишку. Восемь. Давай, судья, 9 и 10. Опа. На. И еще бомбочку, да? Ой, хорошо. Сколько у него? Может, финишер. Финишер своровать у него, что ли? Угу. А, он его заряжает. Хереть, он прошел у него. Ой-ой-ой. Раз, два. Нет, ну... Пипец. Ну хоть теперь с этим придурком не сражаться. Хоть одно радует. Так, теперь могу походу на любого нападать, и это будет Финбалор, конечно. Финбалор, Балор, Фин. Тем более на Ривол напасть, это вообще, по-моему, самый ништяк. Так, надо было посмотреть сначала, он ли чемпион. По-моему, он чемпион. Если он чемпион, значит, если в конце по истории мне должны будут дать бой за чемпионский титул с ним. А чё, у него такой выход, да? Прикольно, а где он? И где он? Он что, ползает? А что здесь какой-то раскрашенный? А, это у него маска такая. Ладно, я ухожу. Опа! Вот этот титул, чувак. Скоро, я думаю, будет принадлежать мне. Понял меня?
А ты будешь так дальше ползать здесь по полу. Ай-яй-яй. Или не будешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж творится? Должен вроде как я нападать. Офигеть, он мой финиш его перехватил. Все наоборот получается, ребят. На. На. Вот так вот. Увидимся, чувак. Так. Сейчас, наверное, интервьюшку должны, по сути, взять. Там надо сказать, что мне нужен чемпионский титул. Да. Welcome back to the show. This... Let's talk about Finn Balor. You attack... Да, я так мощный. I want match. He's not my level. Нет, нет. I want. Я, мне нужен респект. Мне... You know, sometimes you have to go out there and... Мне, короче, сказал, что. О, еще вопрос. Мне нужен матч. Так, как должен. The chance to clash with him is getting. Короче. Мне нужен с ним матч. И мне должны, по сути, будут поставить матч за титул чемпиона NXT. Но так как я на первом месте, у нас типа конфликты, все дела, он чемпион. То на следующем ривале мне должны ставить с ним... Да, Финн Балор появился, отлично. Да, да, да. Я на первом месте, у него 88. А Кевин Оуэнс упал вообще на пятое место. Так что должно вот так вот все происходить. А потом я смогу путешествовать уже в другие ростеры. Что ж, на этом все. До скорых встреч. Счастливо. Пока.